Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark II 1998 года выпуска. Двигатель 3 литра бензин, автомат, задний привод. Пробег на автомобиле 144 тысячи километров. Заменю на нем переднюю, левую, шаровую, нижнюю шаровую. Стоят здесь три пятерки. В принципе, отходили неплохо, но передняя левая застучала. Сейчас установлю CTR, поднимаю автомобиль, снимаю переднее левое колесо и откручиваю шаровую опору. Поднял автомобиль. Эх, отсвечивает свет. Вот так будет лучше видно. Вот эта шаровая опора застучала. Но чтобы ее не сверху качать, возьму ее через стабилизатор. Сам стабилизатор живой. А вот у шаровой опоры появился свободный ход. Вот ее и заменим. Ну, это больное место у марков. Хотя здесь уже шаровая идет усиленная. У 90-ки вот этот палец диаметром меньше был, а у сотки он уже пошел больше. Откручиваю нижнее крепление шаровой, два крепления к цапфе и одно крепление рулевого наконечника. Все, шаровая спокойненько снимается. Ну, не спокойненько, сюда придется один или два раза погладить молотком. Здесь снимаю шплинт. И чудо ВД-шка. Также снимаю шплинт на рулевом наконечнике сразу. Здесь шплинт многоразово использованный с фиксатором, крючком. Вот такой вот. Также чудо ВД-шка. Ключ на 17. И откручиваю. Так, все-таки вот эта штука сюда, если сделать, так лучше будет. Гайка на 19. Эти болты пока не откручиваю. Сюда нанесу пару ударов с этой стороны и также по наконечнику рулевому. А вот теперь откручиваю этих два болта. Головка на 17. Шаровая опора здесь сидит на направляющих.
палец. Тюк-тюк. Все. Пыльник целый, шаровая вымерла. Беру новую шаровую. Шаровую фирмы CTR поставлю. CBT-44L. Следовательно, право идет CBT-44R. Вот такая вот опора. Смазываю резьбу на наконечнике. Резьбу на шаровой опоре. И болты. Болты вот я когда мазал, до сих пор смазка на них присутствует. Вставляю на место шарова и наживляю ее. Затяну пистолетом. Ставлю палец в рычаг. Так, а здесь гайка уже идет без шплинта, с капроном родная. Поэтому поставлю родную гайку. Также наживляю наконечник. Затягиваю шаровую. Гайка уже на 22 на шаровой. И затягиваю наконечник. Совмещаю отверстие и вставляю шплинт фиксации. Все. Шаровая опора заменена. На этом все. Всего вам доброго.